не прохожий. Я рыцарь. Ну и я пришел, что... чтобы тебя убить. Он постоянно шутит. Господин Драгон просто забыл вас предупредить. Я вызываю тебя на бой. Слышь ты, Драгон? Ну, как здоровье? Очень. Хорошее. Здоровье сейчас очень хорошее. Жаль. Я вызываю тебя на бой в третий раз. Слышь ты? Звероящер! Кто? Послышалось. Не удивляйтесь, у него три башки, он их меняет, когда пожелает. Почему? Почему, почему? Потому что не человек. Наш имя Ланцелот. Да? Вы потомок известного странствующего рыцаря Ланцелота? Да, это мой дальний родственник материнской линии. Я принимаю ваш вызов! Странствующие рыцари терут цыгане! Вас надо уничтожать! Я готов с вами драться, но у меня пока нет оружия. Дайте мне срок до завтра. Не дам, не дам. На прощание один вопрос. Знаете, какой день я появился на свет? А? Нет? Я сын войны. Что я? Господин Дракон, я хотел бы... Пожалуйста, папа. Кровь мертвых гунов течет в моих жилах. Я родился в день страшной битвы. За мной. С тех пор я постоянно меняю друзей, особенно охрану. Ложись. Ежедневно. Всех. Сударыня, не отвлекайтесь. Я не сударыня. Тем более. Мы еще не обсудили условия поединка. Мы давно уже убиваем без всяких условий. Новое время, новое веяние. Да, но мы должны встретиться в честном бою. Ко мне. Стоять. Извините, сейчас, одну минуточку. Вы не можете его убить. Это хранится здесь. Я должен напомнить, я должен показать. Я вам предан всей душой, но я архивариус. У меня хранится документ, подписанный вами. Это чудесный документ. Возьмите документ. Там всякий, вызвавший вас в безопасности до боя, пишите вы и подтверждаете клятвы. Вот. Ну, слушайте, весь город должен помогать тому, кто вызовет вас. И никто не будет наказан. И это тоже подтверждается клятвой. Это подписано вами 327 лет тому назад. 12 февраля. 12 февраля. Папа всегда говорил, уничтожая силы. В
вами съеден исторический документ. Я сейчас, наверное, да. Обязательно, да? Да. Нет, ну я много лет готовился. Эльза, не умоляй меня. Эльза, подожди, сейчас. Прошу слова. Чего? Слово. Шутит! Он шутит! Господин дракон, это явная шутка, такой нельзя сказать всерьез. Зачем тебе слово? Чего ты с ним будешь делать? Ну, все-таки, если нельзя протестовать, то хотя бы поспорить. Так, дискуссия у нас тут началась. Придется уничтожать все гнездо. И весь мир узнает, что вы трус. Да? У вас останутся свидетели? Останутся! Всем расскажу, старый ящер! Цыган? Нет. Рыбак. Пойдем в погоню. Ай! Как хорошо-то! Достойный противник. Я буду воевать с вами всерьез. Строгий, но справедливый. Начнем завтра? Или, может, с понедельника? Ну, давайте с понедельника.